Мы, люди, живем и очень часто даже не задумываемся о том, что влияет на нас, на наше качество жизни, на то, как мы проживаем жизнь, на то, как мы строим отношения. Отношения с мужчиной, с женщиной, с родителями, с детьми, с людьми, с миром, с самими собой. И на все это оказывает влияние законы. Итак, что же такое любовь? Конечно же, каждый из нас задумывался о том, что такое любовь. Люблю ли я? Любит ли меня? И мы очень часто путаем это понятие совершенно с другими переживаниями. Конечно же, можно сказать, что любовь — это чувство. Конечно же, можно сказать, что любовь — это универсальная энергия, которая связывает все во Вселенной и объединяет нас всех. Я, как профессиональный психолог, могу говорить о любви с точки зрения психологии, но я хочу сегодня рассказать о ней не только как видит эта психология, но как видит это древние учения, например, ведические традиции, и состыковать это с психологией. Итак, любовь, как она проявляется? Она может проявляться как в отношениях мужчины и женщины. Она может проявляться в отношениях родителей и детей. Это будет любовь детско-родительская, родительско-детская. Она проявляется в отношениях бабушки и внуки, дедушки и внуки. Она проявляется в том числе как учитель и ученик. Она проявляется по-разному. Но мы сегодня поговорим с вами о любви и как она развивается между мужчиной и женщиной. Хотя то, о чем я буду говорить, это универсальный механизм становления, проявления любви. Но мы поговорим именно, как происходит это у мужчины и женщины. Итак, любовь — это универсальная энергия. Любовь — это чувство. Любовь — это химия, можно сказать и так. Это настолько многообразное, многоуровневое проявление нашего соприкосновения с другим человеком, с миром, что одним словом ее не описать. Итак, какие же стадии развития любви есть? Первая стадия — это когда люди только видят друг друга, когда они воспринимают друг друга. Это стадия созерцания. Еще не возникло то чувство, которое позже человек может назвать любовью. Возникнет некое влечение, возникнет некий интерес мужчины к женщине, женщины к мужчине. Иногда это может быть односторонний процесс. Но когда человек обращает внимание на человека другого пола, возникает уже некая связь. Итак, первая стадия — это стадия созерцания. Я вижу, я слышу, мне интересно, меня влечет. Вторая стадия — стадия симпатии. Человек испытывает симпатию все больше и больше к
тому объекту, который его привлекает. И мало того, что его влечет к этому человеку, он как будто бы начинает источать определенную энергию в сторону этого человека. Или мужчина к женщине, или женщина к мужчине. И это незримое источение энергии, оно чувствуется другим человеком, к тому, тем объектам, кому направлено это чувство. Пока это еще симпатия. И здесь, на этом этапе, на втором этапе симпатии, может произойти взаимность, а может не произойти. Но если произошла взаимность, и люди увидели друг друга и отреагировали друг на друга, тогда начинается третий этап. И третий этап, он называется открытие сердца. Хотя этот же этап мы можем назвать и проживанием страсти. Но здесь есть очень серьезный нюанс. На третьем этапе часто отношения и завершаются. То есть, собственно говоря, эту страсть люди называют любовью. Идет очень сильный всплеск эмоций, гормонов. И здесь мы наблюдаем картину, когда двое, и мужчина, и женщина, они увлечены друг другом, и их страсть может поглотить. Эта страсть, она связана с эмоциями, она связана с гормональным фоном. И в этот момент происходит следующее. Например, эти люди расстаются на день-два, и если приходит смс-ка, то для них это просто как наркотик. Для них это кайф. Для них это кайф. И эта страсть разжигается еще сильнее. На самом деле происходит внутри очень интересная вещь в самом организме. Происходит выплеск дофамина. Это химическое вещество, которое позволяет нам испытывать этот кайф. И чем больше таких капелек, чем больше таких смс-ок, тем больше кайф испытывает человек. И так эта страсть может поглотить. Здесь, если пара окунется именно в сексуальные отношения и не будет выстраивать отношения на уровне именно чувств, именно эмоций, именно разума, общих интересов. Иногда, кстати, здесь и невозможно это сделать, потому что страсть поглощает. На этом этапе, на этом третьем этапе, когда возникает страсть, очень важно, чтобы она не съела отношения. Иначе не будет возможности взлететь. Не будет возможности как раз и почувствовать то чувство любви, которое есть настоящее чувство любви, а не есть страсть. Здесь важно не провалиться в эту страсть, но прожить ее. Эта страсть, она может длиться короткий период, а может быть и года два, но больше 4 лет она длиться не будет. И тогда, если люди прожили этот период страсти или, проживая этот период страсти, все-таки соприкоснулись с неким единством на уровне не только тела, не только сексуальных отношений, но и на уровне близости, эмоциональной близости, то тогда открывается для них 4-й этап. Четвертый этап, когда люди находят точки соприкосновения. Он так и называется. Этап соприкосновения. И вот здесь начинается самое интересное, самое вкусное
и то, что может привести к развитию, может привести к созданию живого пространства этой пары, может привести к созданию семьи, к рождению детей в хорошем понимании, в понимании того, когда это будет будут действительно отношения, когда это будет действительно любовь, когда эта пара будет жить, скорее всего, в согласии с теми законами, о которых я говорила, но которые еще не раскрыла. По законам рода, по законам семейных систем, по законам, которые влияют на нас. Итак, что же это за этап? Четвертый этап. Этап, когда мы находим точки соприкосновения. Итак, страсть уже позволила найти точки соприкосновения на уровне тела. Но у нас еще есть наши интересы. У нас есть наш разум, у нас есть душа, у нас есть социальная сфера, у нас есть духовная сфера. Вот во всех этих сферах важно найти точки соприкосновения. Что это такое? Это когда мне с этим человеком интересно, когда у нас схожи наши ценности. Что такое ценности? Это то, что нам важно. Ну, например, мужчине может быть важны друзья. Они у него на первом месте. А для женщины важно проводить больше времени с ним и быть ближе эмоционально. Возможно, для нее важно построить уже более основательное что-то, возможно, семью, а он еще не готов. Возможно, кто-то из них изучает какие-то науки, а другому это неинтересно. Возможно, кто-то из них интересуется футболом, а другому это неинтересно. И так далее. Разные сферы, разные точки несоприкосновения. Вот важно найти в том, в чем мы будем соприкасаться. И здесь, на этой стадии точек соприкосновения, нам очень важно договориться. Нам очень важно быть, ну, как бы больше, чем наша страсть. Нам очень важно обсудить и выйти на новый уровень наших отношений. Вот если мы сможем это сделать, тогда мы перейдем дальше. Об этих точках соприкосновения я скажу еще позже. Как их находить, что может влиять, какие внешние факторы, какие внутренние факторы могут работать против нас, скажем, против того, против построения отношений. Вот то, что может помешать, и тогда, как человек скажет, это не любовь, это было что-то другое. На самом деле, возможно, он просто пропустил тот момент, когда отношения могли перейти на другой уровень. И, конечно же, здесь будет играть роль зрелости человека, определенная зрелость, даже если это подростковый возраст, даже если это юношеский, даже если это уже зрелый человек, неважно. Это здесь речь идет об уровне развития человека самого как личности. Насколько он готов изменяться сам, насколько он готов внимательно видеть партнера, слышать партнера, учитывать его интересы. То есть здесь очень-очень много разных нюансов, но также будут и внешние факторы, также будут родовые механизмы, которые могут как мешать, так и помогать построению дальнейших отношений. Об этом я скажу позже. Итак, это четыре стадии. Стадии созерцания, стадия симпатии, стадия точек соприкосновения. И если пройдены эти стадии, то тогда открывается пятая. И она будет называться, собственно, творение. И здесь уже, на этой стадии творения, мы вдвоем, мы вместе –
И есть такая структура, которая называется «мы». Но в то же время каждый из нас является определенной отдельной автономной личностью, которая приносит что-то свое в это «мы». И здесь тоже есть определенные фишки, с помощью которых можно развивать эти отношения и расширять это пространство, расширять пространство, наше живое пространство наших отношений и творить. Об этих фишечках я тоже скажу, но позже, как это делать и на что обращать внимание. Стадия творения – это стадия, когда уже человек в своих отношениях с партнером многое прожил, относительно многое. Конечно, эти стадии, о которых я говорила ранее, они могут пройти очень быстро. Они могут быть в таком сжатом варианте. И тогда человек говорит: «О, это любовь с первого взгляда». Но могут они, и эти стадии длиться несколько лет, всегда индивидуально. Но в любом случае, если пара дошла до стадии творения, тогда здесь уже возможно создать что-то большее. Здесь уже возможно создать свой мир, в котором люди будут счастливы, в котором каждый будет реализовывать себя. Но это опять-таки нужно знать, по каким механизмам, как это сработает, как, что влияет плюсом, что влияет как минус. Итак, это стадия творения. Именно на ней, по идее, по знаниям древних наших предков, мы, по идее, должны создавать семью. Вот именно на этой стадии, на стадии творения, когда уже есть мы, но и каждый из нас является индивидуальностью. Опять же, про эти механизмы я тоже расскажу чуть позже. И далее, когда стадия творения проживается, когда она насыщается, тогда пара может перейти на, скажем, новый уровень, да? Новый уровень создания, проживания любви. И это будет уже очень сложная и но очень важная стадия, она называется стадия самопожертвования. Как бы это ни звучало, может быть, со знаком минус, но без этого нам не обойтись. И часто любовь именно этим и проверяется. На этой стадии возможны некие болезненные ситуации. Мы без болезненных кризисных ситуаций не можем обойтись в жизни. И здесь придется чем-то все-таки пожертвовать. Ну, например, это может быть следующее. Возможно, один человек, вот в этой паре, один партнер, он придет к выводу, что все-таки это не моя половинка. Такое бывает. Возможно, тогда второй половинке придется его отпустить. И вот что будет делать в этом плане вторая половинка? Ненавидеть или продолжать любить? В этом тоже будет момент развития для человека. Часто на этой стадии происходит разрушение отношений и остается ненависть. Это в том случае, когда люди, ну, как бы не выучили уроки этих отношений. Они, эгоизм возобладал, и они могут ненавидеть того, кого когда-то считали, что любят. На самом деле это другая сторона медали. Потому что любовь, она обладает определенной силой. И эта сила при придаче некого другого качества вектора, она может смениться на знак минус. То есть возникнет чувство ненависти. Но
это не позволит человеку развиваться дальше, это не позволит построить другие отношения дальше, потому что он будет зажат в этих клещах, клещах ненависти. И тогда он не проживет эту стадию, стадию самопожертвования. Это, конечно, глубокие духовные законы, по которым мы живем, но которые мы часто не имеем в виду и не принимаем как данность. На этой стадии может случиться так, что откроются те качества у партнера, которые я раньше не видела или не видел. И тогда я не соглашусь с ними, и я буду переделывать этого человека, но это тоже будет неправильно. И тогда я не буду проживать эту стадию полноценно. Мне придется изменять самого себя, а не партнера. Вот это изменение самого себя и приведет к большим глубинам любви. Опять-таки мы говорим о том, что любовь — это не только чувство, это не только химия. Любовь — это большее. Любовь — это то, что нас всех объединяет. Но также это и то, что приносит боль, но также это и то, что делает нас сильнее, то, что помогает нам выработать определенные качества, помогает нам измениться. И у меня здесь такая идет ассоциация. Вот если мы возьмем алмаз, который еще не огранен, еще из него не создан бриллиант, то вот эти отношения и проживание всех этих стадий, оно как раз про огранку этого алмаза. То есть, когда мы находимся на стадии самопожертвования, идет очень хорошая огранка алмаза. И мы как бы проживаем эту алхимию. Мы вырабатываем внутри себя определенные качества, которых раньше у нас не было. Ну, например, мы учимся терпеть в хорошем понимании. Мы учимся видеть другого и слышать другого. Мы становимся менее эгоистичными. И вот без этих событий, без того, что нам приносит партнер как возможную боль, возможно, это болезнь, возможно, это измена, возможно, это просто те качества, которые мы не видели в своем партнере в порыве страсти, но вдруг они проявились, но это для нас боль. Но именно это позволяет нам огранять собственный кристалл души и становиться другим, становиться более человечным, становиться более самим собой. И здесь уже идет речь о том, о смысле, наверное, жизни, о смысле нашего пути в этой жизни. То есть это не просто окунуться в отношения и получить что-то от них, но это и еще что-то дать и что-то приобрести, как то, что будет уже неотъемлемо от нас, как та грань нашего кристалла, нашего бриллианта. Если эта стадия будет пройдена и прожита, то тогда мы переходим на седьмую стадию, стадию гармонии. И здесь уже можно говорить именно о той настоящей любви. Вот на этой стадии мужчина говорит женщине, а женщина мужчине, что ты моя вторая половинка. Но, к сожалению, эта стадия, она часто проживается уже небольшой период жизни, потому что мы к ней шли. Мы к ней шли очень долго. И иной раз мы шли, имея 20 отношений, но в которых мы были несчастны, но в конце жизни находим того, с кем мы счастливы. И получается так, что мы в ускоренном режиме проживаем все эти стадии и в конце жизни переходим на седьмую стадию гармонии. Иногда это бывает сразу, но это редчайшие случаи. И на самом деле
все эти стадии, я бы сказала, наверное, учебы любить, они по-любому проживаются всеми нами. Но часто любовь люди заменяют понятие, они называют любовью привязанность, они называют любовью созависимость. Это когда я завишу от другого человека, когда это нездоровые отношения, когда включаются разные аспекты проявления в этих отношениях и манипуляции. И когда я не хочу отпускать этого человека не потому, что я его люблю, я думаю, что я люблю, но я завишу от него. Эта зависимость, она может быть очень сильно выражена на уровне эмоциональном. И про этот аспект отношений я расскажу отдельно. Что влияет на это, почему так происходит и как оттуда выйти. Я тоже расскажу об этом позже. Итак, это были 7 стадий. 7 стадий или уровней развития любви. С точки зрения как духовных традиций, так и соединения с психологией. До новых встреч!